В Губинском округе Якутска прошла ежегодная благотворительная акция «Соберем ребенка в школу». Детям из многодетных и малоимущих семей, идущих в этом году в первый класс, подарили набор школьных принадлежностей и устроили целый праздник с конкурсами и играми. О том, как это было, расскажет Марианна Кутукова. На этой спортивной площадке первоклассников Губинского округа провожают в школу уже шестой год подряд. Благотворительная акция «Соберем ребенка в школу» ежегодно проводится по инициативе управы. Традиционно в этом году доброе дело поддержали предприниматели округа. Конечно, мы помогаем проводить нашему округу такие мероприятия. Да? Мы шефствуем, значит, над многодетными. У нас есть предприятия и, значит, ИП, которые шефствуют конкретно над людьми лежачими. Значит, у нас есть многодетные семьи. Да? Если мы будем помогать друг другу, уважать друг друга, то, конечно, и жизнь наша будет намного лучше и красивее. Набор первоклассника сегодня получили 45 детей. В основном это ребята из многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Ручки, тетради, все же есть, да? Это тетрадка, чтобы писать. Ты рада? Да. Много всего? Да. Хватит для учебы? Да. Как будешь учиться? Как будешь себя вести? Буду получать пятерки и буду хорошо себя вести. Очень довольны, так неожиданно такой хороший подарок получили, такое настроение хорошее, день такой солнечный, прямо все вот это вот. Очень рады и довольны. Так, спасибо большое организаторам. Как признались организаторы акции, на этом праздник не закончится. Большое событие ждет первоклассников 1 сентября на площади Победы. 1 сентября на площади Победы у нас будет торжественная линейка. Мы объединяем две школы, 21 и 33. Вот в прошлом году у нас был первый опыт, когда две школы, это 600 первоклассников, на площади Победы вот впервые прозвенел первый звонок. В этом году мы хотим повторить такое же событие большое. Марианна Кутукова, Владимир Павлов, НВК «Саха», Якутск.